Ликвидирован очередной канал незаконных мигрантов из Вьетнама в ЕС. Спецоперацию украинские пограничники провели вместе с коллегами из Словакии. Чтобы замести следы, организаторы незаконной схемы запутывали маршруты и даты, когда группа нелегалов должна была пересечь границу. Но обмануть пограничников им не удалось. 24 вьетнамца были задержаны сразу после пересечения украинско-словацкой границы.